После пережитого стресса у Ладынина внезапно начинается тремор рук. Он больше не может оперировать. Илье предлагают занять пост заместителя главного врача по клинике экспертным работам. Ладынин готов отказаться, это совсем не то, чем он хочет заниматься. Он неожиданно приходит к осознанию. Это место – возможность разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены. Тем более путь в хирургию ему пока закрыт. Первое, что делает Илья, приступив к новым обязанностям, требует принести ему медицинскую карту его жены. От соседа Ладынин узнает, что незадолго до смерти его жену подвозил мужчина на дорогой иномарке. В больнице ЧП пациент из VIP-палаты выбросился из окна прямо на глазах у Ладынина. Следователь считает его поступок суицидом из-за несчастной любви. Однако Илья практически не сомневается, что это убийство. Почему человек с абсолютно здоровым сердцем лежит на обследовании в больнице под чужим именем, а потом вдруг покончил с собой? Ладынин смотрит кардиограмму жены, инфаркта у нее не было.